Знаете ли вы, последний раз человека в России сожгли лишь в 18 веке. Смертельный костер развели для башкирки Кисямбики Байрясовой. Это случилось 30 апреля 1739 года. Причиной было то, что женщина не желала продавать свою веру. В начале 18 века на Урале утвердилась новая власть. Главным командиром Уральского горного управления стал историк и основатель Екатеринбурга Василий Татищев. Среди прочего, чиновники начали насильно отнимать земли у местных жителей, значительное число которых составляли башкиры и татары. Кончилось это восстанием, а восстание – жестокими расправами и продажей в крепостные. Среди тех, кого постигла тяжелая участь, оказалась башкирка Катайской волости Сибирской дороги Кисямбика Байрясова. Женщину пригнали в Екатеринбург. Она попала в крепостные к писателю и переводчику Кириаку Кондратовичу. Там ее насильно крестили и нарекли Катериной. Несмотря на наказание кнутом, Кисямбика трижды совершала побеги. На третий раз ей даже удалось добраться до родного аула и увидеться с сыном и близкими. Когда Байрясова поймали, ей вменили то, что живучая в Башкире питалась от них башкирцев и ела все с ними вместе и Богу молилась по их закону, а не по христианскому. 8 февраля 1739 года несчастную женщину приговорили к смертной казни за три побега и что она, будучи в бегах, крещенная, обосурманилась. Байрясова не единственная сожженная за возвращение в ислам. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.